Всем привет. Для начала хотелось бы рассказать о ситуации, которая сложилась на канале. Сейчас вы видите, что на нем нет видео, то есть это первое. Но вчера я должен был загрузить туда ролик, который и снимал вчера, но так сложилось, что я снимал его на этот самый iPod Touch 5. И когда я снял и скинул видео на компьютер, оказалось, что он снимает в формате MOV. А об этом я не знал. А формат MOV такой специфический, что нормальные редакторы не смогли его обработать. Ну, то есть, смогли, но с горем пополам. Например, Adobe Premiere, когда я его взял и скинул туда все видео, которые снимал, сделали так, что все тормозило, лагало, картинка дрожала и все такое. Скачал Sony Vegas, он мне звук дал, а видео не дал. И так далее. Так я перепробовал... Как же тут холодно. Перепробовал дофигища всяких редакторов, кодировщиков. Ну, в общем, все оказалось плачевно с этим видео. Сейчас я решил, что я буду продолжать снимать. Но делать это буду все в один кадр, то есть... Я буду с первого раза стараться записать видео. Вот, к примеру, сейчас прошло минута 35, а снимается уже где-то минут 15, потому что я или ошибки делаю, или вот, к примеру, только что я споткнулся и чуть не уронил iPod. Ну, теперь к сути видео. Когда я покупал 5-й iPod Touch, я хотел узнать о возможностях его камеры. Я долго искал на YouTube подобные ролики, но ничего нормального не нашел. И решил снять такое видео для людей, которые хотят купить iPod Touch 5 и хотят знать возможности его камеры. Камера здесь на 5 мегапикселей снимает 1080p. Фух. Холодрыга, капец. Кстати, я в лесу. Специально приехал в лес, чтобы снять это видео. Старался снять на улице, но там как-то не по себе, и количество дублей было очень большое, а люди так смотрят, типа, что это чувак делает, снимает что-то и говорит в камеру. Ну, в общем, приехал я в лес, тут, как видите, никого нету. Красота, красиво в лесу, но холодно. К примеру, моя рука, она краснючая уже просто... Ужас. Ну, качество видео очень хорошее. То есть, ну, не сравнить с iPod Touch 4, который у меня был до этого. Там качество, конечно, вообще галимое. Здесь что фото снимает отличные. Есть также панорама. HDR функция. В конце видео я постараюсь как-то или в аннотации к видео загружу ссылки на фотографии, которые сняты этим iPod. Там вы сможете с ними ознакомиться. Так вот. У нас такая вышка телевизионная. Кто-то звонит. Ну, все же один дубль и... Сори. Такой вот лес. Про стабилизацию ничего не могу сказать, потому что я не помню, есть ли она здесь или нет. Вот хотите, я сейчас могу пробежаться, и вы посмотрите, как трусится картинка. Если таким вот образом. Вот так вот. Что могу сказать? Видео я буду продолжать снимать дальше на тематику Apple. Только теперь это все буду делать в один дубль, пока не разберусь с этим форматом MOV или перейду на другую камеру. Вот так вот. В общем, комментируйте, подписывайтесь. Это мое второе видео, так что сильно не нападайте. В общем, всем спасибо, всем пока.